Дорога в 3 метра шириной, проходящая по некогда тихой улице Титова, сегодня едва переваривает бесконечный поток машин, а жители глотают пыль и шарахаются от автомобилей, водители которых порой бывают бесцеремонны. На встречу с нашей съемочной группой пришли одни мужчины. Они хотят оградить свои семьи от очевидной опасности. Может привести до трагедии на самом деле, потому что маленькие дети есть, внуки у нас есть, старики не могут ни в магазин пройти, ничего, несутся со скоростью действительно некоторые нерадивые водители, более даже 100 километров в час, потому что вот движение оно не прекращается, вы видите. А начался автобум застройки коттеджного района Казацкий, дорога к которому проходит как раз через Титово. И вроде бы жители улицы оградили со всех сторон. Установили знак, запрещающий въезд грузовой техники. Проложили еще одну дорогу в объезд. Но другой путь почему-то не стал популярным у водителей. А знак никакого эффекта не дает. Как у нас соблюдают правила дорожного движения, всем известно. У нас улица, у нас не проезжая часть. Для коттеджного поселка через Казацкую Слободу проложена новейшая, совершенно хорошая, широкая дорога. Почему-то все равно едут здесь. И транспорт, и везут грузы, и для строительства, и бревна, и доски, и кирпичи. Все идет через нас. И экскаваторы, все здесь идет. Мы не можем ни пройти, ни проехать. Наша просьба, значит, я думаю, все меня поддержат. Значит, положить полицейских лежачих. Ограничить скорость. Это единственно возможный вариант решения проблемы, уверены уставшие от пыли и шума жильцы. С просьбой установить искусственные неровности дважды обращались в администрацию округа, но там решать проблему не торопятся. В управлении транспорта нам сообщили, что эту улицу могут внести только в программу на следующий год. Поживем – увидим, говорят местные жильцы, которые решительно настроены продолжать борьбу за тишину и спокойствие в своем районе.